Дело было в Сибири зимой. Шел по зимнику КамАЗ колеей. На плече 20 тонн у него, а вокруг на 100 верст никого. Трое суток машина в пути, еще столько осталось пройти. А водила совсем молодой, первый раз ехал парень тайгой. За баранкой сидит день и ночь, и напарника нет, чтоб помочь. А во тьме только фары горят, волки воют, да совы кричат. Трудится движок тяжеловоза, вдаль в сугробы белые летят. А в прозрачном воздухе морозном крымских яблок вьется аромат. На исходе 4-го дня появилась машина одна, но несется навстречу лоб в лоб, и пришлось парню съехать в сугроб. Крымских яблок он вез 20 тонн, по тайге полетел мерзлый звон. Встречный гад не помог, двинул прочь, а вокруг опустилась уж ночь. Замолчал движок тяжеловоза, и сугробы белые стоят. А в прозрачном воздухе морозном крымских яблок вьется аромат. Как встречного он материл, на костры всю горючку спалил. Кроме яблок еды больше нет, от бессилия он клял белый свет. Подколымить на свадьбу хотел, дней за 10 вернуться б успел. Разве думал парнишка тогда, но вернуться ему не судьба. Замолчал движок тяжеловоза, и сугробы белые стоят. А в прозрачном воздухе морозном крымских яблок вьется аромат. На забытом на зимнике том он замерз, бедолага, потом. И день свадьбы давно уж прошел, даже жених под венец не пришел. Парня у колес тяжеловоза лесорубов откопал отряд. А в прозрачном воздухе морозном крымских яблок вился аромат. А в прозрачном воздухе морозном